серйозна. Адже, на його думку, це єдиний шанс для нього змінити своє життя. В нашому місті економіка построєна на заводі, а я на заводі працювати не хочу. Я хочу працювати в шоу-бізнесі, там цікавіше крутяться дуже такі серйозні гроші. Завоювати український шоу-бізнес Сергій планує авторським експериментальним репом. Тож час йому зробити перший крок на зустріч мрії. Не волнуєшся? Все хорошо? Немножко волнуюся. Волнуюся, але чувствую хорошо. В принципі... Ага, а себе чувствуєш ти хорошо? Хорошо. Все, Сереж, тогда давай на сцену. Сереж, чувствуєш хорошо. І це теж хорошо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Сергей. Я автор-исполнитель. А что за жанр у вас? Рэп. Рэп. Чудесно. Итак, вы специально какую-то подготовили песню, специально подготовили рэп для нашей программы. Сереж, а кто вы по профессии, кем работаете? Я бухгалтер, а работаю там, где приходится. Класс. Потрясающе. Хорошо, если вы готовы читать рэп, мы готовы его слушать. In the moment of waiting, in the dark all night, we are sitting together in the beautiful sky. Touch so tender, cause I really love you. I lose my mind, then I see without you. I still just your friend, but I want something more. I need a strip point, because you close the door. I love you, my baby, but I'm nothing for you. You're looking for cool guys, they just entering with you. They just entering with you. They just entering with you, you, you. In the moment of waiting, in the darkness all night, we are sitting together on the beautiful sky, sky, sky. I touch you so tender, cause I really love you. Oh yeah. Ага, ага, ага. Let's go! My party! Moment of waiting in the dark so night. We are sitting together on the beautiful sky. I touch you so tender, cause I really love you. I lose my mind. Все. Big magic party. Все. Напевно, для нього це дійсно все. А уже конец. Фініш. А парня несет, вы не останавливаетесь. А навіщо ви співали англійською мовою, можна сказати? Ну, потому что, когда я делал песню, у меня, я другие слова не подобрал. Тобто у вас є одна мелодія, під яку ви нарешті знайшли текст, да? Ну, нет, у меня их четыре вообще. Ну, под эту только английские слова подходили. Мне кажется, что вам еще все-таки нужно немного поработать, развивать свое творчество, но... Но вы в теме, вот это классно. Вот. Понятно. Когда вы говорите, я вижу, что вам это нравится. Вот это, наверное, самое главное. Понятно. Давайте голосовать, да? Что? Мы... Йоу! Давайте. Мы сейчас будем говорить да и нет. Если да, это хорошо, нет, это плохо. Хорошо? Окей. Понятно. Слава. Нет. Ни. Понятно, нет вопросов. З мрією про шоу-бізнес Сергієві поки що доведеться попрощатися. Та чоловік намагається знайти бодай щось позитивне у своєму виступі. Сереж! Ну, хоч на сцені в драмтеатрі побував. Класно, здорово. Туалет здесь красиво. Что?